эскалация войны весьма возможна, ибо тот путь, который избран, к сожалению, некоторыми руководителями военно-политическими Армении, он предполагает дальнейшие военные действия и потерю еще большего количества территорий. К сожалению, сейчас надо понимать, что военным путем Армении противостоять Азербайджану крайне тяжело, потому что Азербайджан, по сути дела, стал в военном плане единым государством в Турции, поэтому было бы крайне неразумно это делать. Но то, что заявление есть по ОДКБ, они на самом деле буквально являются белым флагом, которым машут и говорят, что мы больше... Больше не волнуйтесь, Россия не будет уже за государственные границы Армении вписываться, поэтому можете на нас нападать. Видимо, такой план. А я хочу напомнить, что Азербайджан закупает оружие у Турции в огромных количествах. У Израиля он закупал оружие для нападения на Нагорный Карабах.